Всем привет, дорогие друзья, с вами GamesPro, и сегодня мы посмотрим на такую новую инди-игрушку под названием GravHome. Это игра-платформер, полностью завязанная на физике, в котором нам как бы предстоит управлять роботом под названием Bud. И наша цель — вырастить растение какое-то и насытить землю кислородом. Как-то так. В общем, тут мы падаем на какую-то планету живую. Так. Вот, все. Power Love. Что-то мало энергии. Какой-то так. Это что? Давайте. Телероутер. Интересно. Что-то он делает. Ну. Так, а здесь прыгать можно, подождите. Смотрите, ходит он как пьяный. Носит вообще его жестко. Так. Нам нужен кристалл вот этот. От него мы пополняем себе заряд. Как это можно назвать? Так, давайте вернемся к вот этой вот шняге. Смотрите, как он вообще безобразно ходит. Так. Телероутер не работает. Ладно. Давайте пойдем дальше. Смотрите, как он вообще перебирается так весело. Ё-моё! Видели, в жука превратился. Не, не в жука, а в этого. В паука. Знаете, как вот эти... какие-то фильмы... Я в каком-то фильме видел такую херню похожую. Так, блин. Лезть здесь мышкой надо, перебирая правую и левую клавишу. Так, еще энергии возьмем. Ой, какой он довольный. Короче, робот-гимнаст. Да при том еще и бухой. Так, давай лезь. Интересно, куда нам надо вообще вылезти? Видите, там что-то вот светится. Не знаю. Только как туда добраться? Вот это уже вопрос. Летать мы вроде как бы не умеем. Ага, вот и есть это растение. Наверное. Ну, оно зеленое, по крайней мере. Так, ладно. Пойдем к растению. Так, на. Так, вырвали цветочек. Цветочек у нас служит в роли парашюта. Так, а мы можем набрать много этих ромашек? Так, ой-ой-ой-ой. Смотрите. Блин, так бы уже упал бы и улетел бы где-то. Не сладно. Так. Интересно, он боится воды или нет? Ладно, побежали. О, овечка, овечка. Стой. Подожди, давайте овечку возьмем. Так, Аня, ее нельзя в себя впитать. Ну, или как это назвать. Ладно. Смотрите, мы этот... пастух, короче. Смотрите, какие у него глаза укуренные в этой овечке, блин. Так, а ну на глаза. А ну смотри мне в глаза, овечка ты. Так, это что это? Какой-то конструктор. Лего. Может быть, кто играл в эти игры Лего, там надо было строить некоторые вещи, знаете, были вот разбросаны части, и подходишь, и он как бы строит. Так, это еще один роутер какой-то. Опа.
Так, здесь мы можем перемещаться, вот. Телероутер мап. Так. Но я так понял, у нас только два роутера. То, вот этот и то, что был в начале. Ладно, тогда мы туда не будем возвращаться. Так, смысла нету. Давайте еще возьмем этот кристаллик. Так. 3% кристаллов. А мне надо 100. Так, блин. Я надеюсь, здесь... О, еще один, смотрите. Я надеюсь, здесь этот робот не разбивается, но... Если бы он не разбивался, не было бы вот этих ромашек, которые... Которые как парашют. Используются. Значит, скорее всего, он разбивается. Да, он вообще хрупкий такой. Но я вам скажу, в пьяном состоянии он должен... Ну, в таком состоянии, как он находится, он должен получать меньше травм, чем в обычном трезвом. Так как его железные мышцы расслаблены и телепаются во все стороны. Так, это что-то за камень такой большой. Можно его сдвинуть? Нет, сдвинуть его нельзя, походу. Так, а что это вообще такое висящее в небе? Блин, смотрите. Ладно, давайте вылезем сюда. Посмотрим. Там еще какой-то звук такой стрёмный идет. Опа. Стой! Не падай. Что? О, ё-моё! Что? О, чёрт! Блин! Вы видели? Я прям на кончике там висел, оно врезалось в эту... Что это вообще за херня такая? Блин, я думал, меня расплющит там, но... К счастью, смотрите, какой он паркурист еще. Мы остались живы. Так, и... Надо вот эти вот яйца собирать. Вон еще одно яйцо. Так. Вот это и есть то растение, о котором я говорил, о котором я прочитал. Так, а где там еще эти? О, вот какая-то фигня здесь есть. С знаком восклицательным. Давайте сюда вылезем. Так, давай лезь. А, это лист. Так, ну, вылезли мы на лист. Дальше что? Смотрите. Как этот. Как какой-то... Как мурашка. Не-не-не, на жабу похож. Смотри. Блин, а как на лицо его переключить? Это же... Блин. Как бы спереди глянуть на него. Ну, в общем, веселая игрушка. Как бы советую вам поиграть. Прикольная, да. Так, ну давайте вылезем уже на... Ага, нам надо 4. Ой, не падай, не падай, не падай. О, черт. Опять. Черт, давай, давай вылазь. Так, будем держаться здесь? Что это за... Что там из него вылезло такое вообще? Ого, ого. Это целая какая-то кровоносная система. Это органы, я так понял. Растение растет вверх. Че я вообще морожу? Ладно. Так, вот еще одна. Нам надо 4 таких, правильно?
Так, держись, держись, не падай. Так, будем здесь держаться. На всякий случай. А это куда полетит? А, нам надо ухватиться в него, а потом нажать Е. Стоп. Блин, мы управляем этой... Ух ты, ребят, вот это реально неожиданно было. Вот это круто. Так, а давайте вот сюда вот залезем, посмотрим, что вообще на этих штуках есть-то. Оно, я так понял, высасывает всю ихнюю зеленую хрень. Так, мы сейчас в космос так вылезем вообще. О, тут кактус растет. А, блин, надо было там влазить наверх и забирать вот эти кристаллы, которые дают нам больше энергии. Так, мандаринка. Мандаринка. А ну иди сюда. Смотрите, не хочет ее брать. О, она сдвинулась, видели? О, оторвали. Ладно, пусть падает. А кактус? А кактус не хочет. Надо вот этот маленький кусочек кактуса. А ну, смотрите, какие трюки мочим. Ого. Ой, ё-моё, огурец. Черт, падаем. Нет. Так, я не хочу падать, чтобы потом долго не карабкаться на... Черт. Давайте попробуем вот здесь ухватиться как-то. Я не хочу просто падать. Блин! У нас закончилось. А, он не разбивается. Я понял, зачем эти листочки. Ну, блин, какие листочки. Блин. Цветочки. Листочки, цветочки. Какая разница? Так. Эти цветы, короче... Как парашют, как бы, даже если, ну, этот робот не разбивается, чтобы в самый низ не падать, они нам помогут с этим делом. Так, давайте засосали свою коробочку сзади. Так, блин, да куда ты падаешь? Давайте последний, этот, четвертый, не знаю даже как назвать, что это вообще такое. Шланг. Четвертый шланг засунем в эту херню. Давай, лезь. Так, а я видел на этом самом шланге, вон, видите, есть тоже такая вот херня. Вот этот цветочек этот. Что это вообще такое? Интересно, его вон того можно взять? А что это вообще за звуки еще такие издаются странные? Слышите? О. Что здесь? Северное сияние или что? А, я боюсь, что я сюда не допрыгну. Давайте попробуем. Че, попробуем? Фух. О, здесь еще один передатчик. Отлично. Так. Такс. А вот это уже хорошо. Блин, не тянется. Давай. Блин, я сейчас сам так упаду. Неконтролированный. Вообще. Так. Ну, я думаю, все. Так, а мы еще можем одно забрать растение? Так, ладно. Ладно, прыгаем сюда. И последний... Подождите. Держись. А мне интересно, куда... Куда на этом тыкать? Уже все вроде бы заняты. Ладно, давайте, может быть, найдем где-то. Держись. Так, в общем, мы сами его крутим.
Сами можете... Ага, вижу, 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 вот. Мне вот интересно, какое у него расстояние. Сейчас опа, так и не дотянемся немножко. Ну, мне кажется... Что? Ребята, ну блин, ну что это? Ну смотрите, сколько не хватило, блин. Как знал. Сказал, не дотянемся, и не дотянулись. Ну, я ж не думал, что все так плохо. Так. А что с листиками? Я вот не могу понять. А, прыгать можно. Так. Давайте ухватимся. Вот это круто, ребят, круто. То есть, если вы падаете где-то вниз, где есть эти листики, можете не переживать, на них можно прыгать. Ладно, сейчас рядом еще одну такую построим. Ух ты, ух ты. Ничего себе. Вот это да. А чё, крутая игра, мне понравилась. Так. Я думаю, здесь нам надо прыгать, наверное. Я не могу сказать точно. О, смотрите. Так как из каждого вот этой, из каждой трубы, из каждой ветки вот этого цветочка выпадает, ну, вырастает еще одна. Давайте аж туда залезем. О, там еще что-то красное мигает, ничего себе. Короче, сейчас мы отправляемся сейчас вот туда где-то вверх. Во, сюда. В самую ближнюю зеленое яйцо. Чё я сказал вообще? Все, это все. Ой, а как лезть вниз? Ой. А вот это я не подумал. Держись. В общем, лезем вниз так же. Нет, нет. Фух. Вот этот цветочек нас спас, этот. Так, убираем его. Надо переключаться с правой на левую кнопку мыши. Он перебирает руками. Давай. Это миссия по... миссия цветок. С какой-то дрелью, с каким-то сверлом. Странным. Я уже потерял, куда я там хотел. Ага, вот. Давайте, может, его так нагнем, чтобы потом не было так сложно. Да. Ё-моё! Что? Ух ты! Грибы? Интересно. Чёрт! Да ну! Вот! Ну что это? Почему вот так вот резко включается заставка какая-то, а потом бац, и мы уже в свободном падении. Так, а где тут еще одна отросток? Вот, отростки, точно. Отростки. Так, ладно. Я думаю, туда мы пока не будем переходить на ту планету. Блин, какую планету? Тут кусок земли. Я хочу найти еще один, одну вот эту тычку. Тычку, блин, то тычка, то еще что-то. Да, так. А чё, здесь не выросло? Ребята, здесь не выросло, походу. Ладно. Вон там еще один телепорт. Надо, наверное, его активировать. Так. Да, конечно. Вообще, лезет как этот, как Спайдермен. Блин, только его что-то заглючило.
Короче, смотрите, я сейчас прыгаю высоко-высоко-высоко и прям направляюсь на этот остров. Если долечу. Будем использовать вот так вот. Этот парашют крутой. Короче, парашют, я так понял, лучше всего использовать поочередно, так сказать, включать и выключать. Опа. Здесь надо 6 ростков. Блин. А я там не выполнил, получится, там где 4. Или выполнил. Вот эти вот грибы белые, какие-то они странные. Так, ладно. Пойдем на телепорт. Так, давай лезь. Ну, я думаю, так лучше будет больше точек для телепортации и не придется вот это карабкаться по всему выращенному нами дереву. Не, не дерево, а... Хрен его знает, что мы выращиваем этот. На бабах вот эта вот херня. Как она называется? Вот, короче, у нас типа такая херня. А это? Это маленькие мандаринки, да? Черт. А ну сюда. Ладно. Так. Не, нет. Фух. Вот здесь вот круто то, что можно хвататься. Ой, ё... А, это морковка, ребята, это морковка. Которая упала вниз. И ее сожрут эти наркоманские овечки. Опа, кристаллик. Нам надо кристаллик подобрать. Так. Где тут еще кристаллики? А на грибах прыгать можно? Вот интересно. Короче, ладно. Давайте еще один росток запустим. Или полазим, еще соберем. Сколько там процентов надо? Минимум 10. Сейчас посмотрим. Еще соберем пару кристалликов. Блин, смотрите, что он творит-то. Тут я вам еще скажу, что зависит от мышки, как вы поворачиваете. Если я сейчас разверну резко ее назад, то вот, как видите, он от... не отлепливается. А, если сразу другую руку взять, то он это отлепится. В общем, когда лезете, направляете мышку в ту сторону, на которой... Нет, ну, на ту поверхность. Так, блин, 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 на эту вот херню нельзя. Она отваливается. Так. 9, да, 10% минимум. Надо набрать. Давайте еще одну вот эту хернюшку. Фух. Я надеюсь, вот эти большие не отваливаются. Блин, куда я вообще лезу? Ребят, это... Это капец. Фух, я чуть не упал. Блин, да чё он не лезет? Всё, 10% у нас есть и... Что? Ага, ну... Камера. Подождите, подожди. Уйди отсюда. Так, камера. Нам доступна какая-то камера. Ага, вот она. В общем, от головы... Нет. Стоп. Так. Так. И так. Так. Какая разнообразная камера. Но я вам скажу, что вот это если отдалять... Блин, чё? Если вот так где-то сбоку вы по какой-то горе будете лезть и отдалять, то это будет удобно, да. Согласен. Ну что ж, на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто это... О, смотрите, видите, как... Да, круто. Круто, что камера отдаляется.
Подписывайтесь на канал. Кто этого еще не сделал, будет много разных видео. Так, надо туда прыгнуть. Прыгнуть долечу, нет. На гриб. Так, а что? Блин. Стоп, а по грибу можно на гриб? Нет, слишком, слишком далеко. Так, я сейчас попробую на гриб вылезть. Да, вот, видите, он ползет по... Черт. С грибами можно взаимодействовать. Наверное. А ну, давай, лезь. Так. Ну, пока ничего не происходит. Ага. Он наклоняется в ту сторону, где мы. Получится вот так вот. Так. Ну, короче, гриб, мухомор можно использовать как батут. Если вам нечего делать, можете попрыгать. Одолеть камеру и попрыгать. Ого, нифига себе. Как он расширяется. Ого, ого. Прикольная штука, короче. А не, я вам скажу, даже не такая бесполезная, как я думал. О, овечка, подождите, подождите. А, упала. Да. Да, короче, игра веселая, ребят. Играйте. В общем, о, маленькие грибы. Стоп, 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 не падай, не падай. Так, давайте маленький гриб подарим, короче, пошли. Сварим, или пожарим, или еще чего-нибудь. Или телепортируем вообще его. Так, ага. Куда мы можем ой, нет. Не хочу перемещаться. Вот. WASD мы переключаем место, куда мы хотим. А, нет, только... WES мы переключаем вверх-вниз, куда мы хотим переместиться, на какой телепорт. Вот так вот. В общем, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, и всем удачи. И, короче, если хотите продолжение этой игры, пишите в комментарии. Ладно, на этом я буду с вами прощаться. С вами был GamesRo. Всем пока!